Мне, как участнику инициативной группы по созданию оппозиционной политической партии «Алга Казахстан», поступает ряд вопросов в части «Как я отношусь к войне к Украине?». Отвечаю. К войне к Украине я отношусь отрицательно. Я полностью поддерживаю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, по которой Россия признана страной-агрессором и требует немедленно вывести войска из Украины. Полностью поддерживаю Международный Гаагский суд, который возбудил дело по военным преступлениям на территории Украины. После событий в Буче и Мариуполе я расцениваю военные действия специальной операции как геноцид, направленный против уничтожения русских и украинцев на территории суверенного государства Украина. Считаю, что Путин – военный преступник, который ведет незаконную свою деятельность на территории чужого государства. Преступник требует прекратить войну и вывести его и наказать. Стоп войне!